Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Ничейная земля. Кстати, у меня там лес спиленный. Несколько елок нужно будет вывести. Я хочу все-таки распахать вот этот участок земли, чтобы потом его объединить вот с этим полем, с большим. А может быть, оставлю как отдельное маленькое поле. Естественно, сейчас я объединять не буду, пока сделаю зазор. Возможно, это будет как отдельное поле. Вот этот участок. До дороги. Здесь идет дорога. Вот до дороги где-то. Да, до дороги. Вот до леса. Вот здесь вот. И сюда вот. Вот это нужно, кстати, убрать. Вот эти вот камни. Они здесь лишний. Так, а что если... Давайте я посмотрю. Да, нужно убрать, но пахать я здесь тоже не буду. Этот участок я оставлю. Возможно, здесь что-то ставиться будет. На всякий случай. Но убрать нужно. Давайте уберем их. Так, где? Вот. Значит, выровняем сначала. Ну, где-то отсюда. Так, ну и все, можно дальше просто вот так сгладить. Все. Нормально. Сейчас только поставим какую-нибудь травку здесь. Допустим. Во. Пускай будет пока травка зеленая здесь. Все, отлично. Так. Да, вот он этот участок, который я хочу сделать еще одно поле. Вот до этой дороги. Вот так. Пока будет как отдельное поле. Так как я здесь убрал часть поля, да, нужно как-то возмещать. Также сегодня, ребята, планирую поставить большой курятник. Вот этот я курятник буду убирать, а большой хочу поставить. О чем я уже тоже неоднократно говорил. Курятник будет ставиться вот здесь, хочу его поставить. Прямо здесь. Я так прикинул, там даже не придется вот эти елочки пилить. И надо будет все-таки проложить дорогу. Наверное, как раз вот здесь. И выведу вот сюда. Здесь идет уже дорога, заросшая. Она как раз и выходит на основную дорогу здесь. Поэтому будет нормально вот отсюда вывести дорогу. Вот сюда. Так. Какой участок земли покупать, я пока еще думаю. Возможно, сегодня я и куплю. Просто пока еще не решил. За кадром решу уже когда. И тогда куплю. Кстати, вот комбайн стоит. Нормально. Давайте сейчас начнем с того, что я сразу обработаю этот участок земли плугом. Оп, осторожно. Так, близко к дороге здесь брать не буду, чтобы здесь можно было удобно разворачиваться. Возьму где-то вот так. Ну и близко тоже прижиматься пока к тому полю не будем. Приблизительно так. Плюс я буду поворачивать где-то вот так. Так, включить. Разрешить создание полей. Да. Все. Опускаем. Поехали. А вот там, где овчарня стоит, я пока ту территорию, именно где трава, луг, я пока оставлю, потому что траву надо где-то будет все равно заготавливать, а вот это я перепахаю. Кстати, тут бревно лежит. И пенек.
Так, чтобы его видно было, я пока здесь его оставлю. А, тут два, тут еще лежит. Еще лежит. Давайте то же самое сделаем. Берем его. И нужно будет пеньки-то убрать, срезать. Так, ну мы тут прижиматься не будем сильно-то. Здесь заворачиваем. Так, и поворачиваем. Так, рядом с дорогой. Вкус надо оставить. Ага. Эту дорогу я оставлю, пускай будет, потому что она будет вести как раз к дому, да? Там же потом будет дом стоять большой. Так, здесь я поворачиваю и, наверное, вот, вот так. Оп, мимо елочек. Едем прямо. Так, и вот здесь мне самое главное повернуть. Приблизительно вот сейчас нужно поворачивать. Да, вот примерно так. Я здесь близко к этой дороге не хочу. Именно так. Потому что здесь я планирую либо здесь, либо вон там элеватор ставить. И чтобы здесь в дальнейшем можно было технике удобно разворачиваться. Поэтому прижиматься здесь не хочу. Оп. Как-то так получается. Ну-ка. Сейчас. Посмотреть. Вот такое поле. Ну, кстати, да, он на то поле чем-то похоже, там тоже так же. Но это чуть побольше все равно, но по длине-то, даже и по длине побольше, и пошире.
Так, ну что, готово. Так, пахать только на полях. Да, отключаем создание полей. Ну что ж, вот такое поле готово. Готово к дальнейшему, к дальнейшей обработке. Так, ну вот теперь плуг можно здесь и не ставить. Его можно теперь куда-нибудь под навес. Например, куда-нибудь сюда. Так, сейчас я беру пенькорез этот, плюс также надо взять тайфун, лебедку, забрать там два бревна, да, и плюс также из леса нужно два бревна забрать. Так, цепляем. Спиливаем это и забираем бревно. Готово. Здесь я посажу пшеничку, ребята, потому что, так как я планирую большой курятник, а пшеницы у меня сейчас нету, я же ее продал всю. Вот, поэтому засажу пшеничкой, как раз потому, что нужна будет, нужна. Так, а где... Подожди-ка, а, вон они, что я катаюсь, вон они. Пеньки я здесь уже заранее спилил, да, осталось только бревна забрать. Куда-куда? Куда? Педали, педали попутал. Вот. Так, все, продаем. Ну, я думаю, 10-15 сейчас заработаю. Так, ну примерно вот здесь центр. Цепляем. Так. А, здесь еще есть. И вот так. Ну-ка. Вроде бы все подцепил. Да. Ну-ка подтащим. Все, хорош. Погнали. Также, ребята, вы мне говорили купить машину, грузовую. Обязательно куплю. Нужно будет посмотреть, сколько она стоит. Возможно. Хотя, может быть, нет. Денег нам сегодня уже не хватит. Я хотел курятник поставить. Я посмотрю, сколько он стоит. Возможно, не все сегодня получится купить, потому что с деньгами-то, сами понимаете, может не хватить. Потому что и палеты возить с курятника, и шерсть, и скоро производство заработает. Виски, да? Поэтому машина грузовая нужна будет.
Так, все, на 16 тысяч, неплохо. Неплохо. Так, ребята, в общем, посмотрел я по ценам. Машину не получится сейчас купить, и даже участок не получится купить, потому что денег не хватит. Потому что та ферма с куриной фермы, короче, она стоит 140 тысяч. У меня, судя по всему, просто останется 48 тысяч, но мне при этом нужно купить еще поддоны для яиц, плюс самих кур, плюс дорогу провести и так далее. И там в итоге не хватает, не останется. Поэтому в другой раз это будет. Так, известь нужна. Ой, не сюда, не сюда. И сюда, и сюда известь нужна. Давайте вот это поле, а потом он это поле будет обрабатывать. Вон там известь есть. Плюс он сейчас, наверное, всю эту известь всю потратит. Придется, наверное, еще закупать. Ну-ка. О, неплохо. Так, ну давай начнешь с этого поля. Он тут маленький, конечно, стал. Вот, а мы сейчас поедем корм покупать и клетки. Поедем на машине и на тракторе. Так что участок придется в другой раз покупать. Все-таки я хочу сейчас курятник большой купить. Так, давайте сначала поставим курятник. Он будет стоять вот тут. Для начала выровняем. Вроде. We'll be right back.
Так, едем в магазин. Я на машине привезу корм для кур. Трактор едет тоже в магазин, он повезет 6 клеток для яиц. Да. Все, едем. Так, ну что, ребята, вот для кур пшеница. Ну и 6 вот таких клеток, куда будут складываться яйца. Там, наверное, скорее всего, 4 будет ставиться, 2 запасные, чтобы можно было менять. 4, допустим, повез, 2 наполняются. Все, сейчас грузимся и едем сразу на ферму. Так, едем по новой дороге, проверяем. 6 клеток загрузил, машина сзади везет пшеничку. Кстати, вот эту елочку придется спилить маленькую. Она тут не на месте. Хотел тут полностью все из земли сделать, но, к сожалению, не могу. Да, есть какая-то неровность тут. Елка вот эта не на месте. Ну да ладно. Сюда мы ставим коробки, получается, да? Ой, яйца. Ну, вот эти вот яйца, коробки, да, там будут. Или сюда ставить. А, не, здесь мы покупаем, точно. Белые. Давайте покупаем. Так, ребята, ну, на 26 тысяч 400 кур. Представляете? Подтвердить. Обалдеть. Здесь мы будем заезжать, чистить. С этой стороны, получается, скорее всего, они тут мусорить будут. Вот они тут гуляют. Да, тут нужно будет клетки ставить. Я думаю, да, по 4 штуки. Запасные куда-нибудь сюда поставлю. Так, а сюда нужно высыпать зерно. Нужно будет подумать, как оно высыпается. Скорее всего, вряд ли. Так, хотя, все может быть. Так, ну что, ребят, в общем, высыпал я им корм. Давайте сейчас покажу. Вот они. 2000 я им засыпал. Частота 100%, производительность 99%. Воспроизводство мне не нужно, так как я полностью забил курятник, поэтому все нормально. Еда есть. Еду, пшеница, да, у меня скоро, как говорится, посажу. И когда будет, я уже полностью наполню. 6 клеток в итоге я сюда поставил, они сюда уместились на этот триггер. Посмотрю, как оно будет это. А чё, я не могу свет включить здесь? Серьезно? Я думаю, я могу здесь свет включить. Не могу. Кстати, хотел я елку спилить, а территория не моя, поэтому елку спилить не могу. Так, ну что, ребят, вот появляются коробочки на палетах. Промотал я чуть время, чтобы посмотреть. Здесь у них мусор получается, его потом обратно сюда же. Как-то так. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.